Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kung Fu Clicker. Так, меня не было в игре, 19 часов 12 минут, и я заработал 2,76 сексиллионов голды. Довольно неплохо, да? Так, время акции ограниченное, понятно, это нам не нужно. У нас тем более есть, это горе луковое, так что все под контролем, ребята, у нас. Так, смотрите-ка, что-то у нас здесь пришло. Оу, бесплатный серебряный сундучок. И что же нам здесь достается? Красотка Джейн. Ай-яй-яй, ребятки, мы ее повысим по уровню. И 1,15 сексиллионов голдишки плюс 5 гемов. Ребята, игруля выходит со дня на день, так что не упустите момент раскачать, скачать, потом раскачаться в ней. И надеюсь, мы с вами встретимся на лиге, в которой сейчас пока никого нету, но это дело и понятное, потому что игры еще нет. Но я вас буду ждать здесь. Я больше уверен, что все меня обгонят, перегонят, и мне еще дадут люлей в придачу. Но, ребяточки, моя цель, как говорится, поиграть, показать, а вам уже решать, играть в нее или нет. Ну что ж, давайте мы с вами будем улучшать красоточку Джейн. У нее урон 233-308, а становится... считайте, на 20 пунктов мы повысили. По-богатому, действительно. Так, вот все... О, ребят, смотрите, изменились картинки. Раньше, помните, здесь был просто трафаретик. А теперь видно, что это будет какой-то... Ого, видать, супер-чувачок. Ну-ка, дайте-ка... А, нет, ребята, это везде картинка такая. Но, тем не менее, уже как-то получше. Да, игрулька постоянно обновляется. Что-то новое сюда вводят. Так, мы еще с вами не посмотрели, кстати, что это за... острая шпилька, как она у нас дерется. Ну, я думаю, что у нас, ребята, будет шанс это увидеть. Так, она у меня вообще стоит, если честно? Я вот не помню. Эй-эй-эй, подожди. Я так понял, на меня идет атака, да? Заняться рейдом. Есть... Погоди, я не... Оу, черт подери. Они все-таки напали на вторую школу, ребят. А как... А почему они на первую не стали? Почему они не стали нападать на первую школу, а? Так, ох-ох-ох-ох-ох. Я, наверное, ребят, не успею, не успею. Ну, давай забивашку переставляем. Успеет она? Да нет, она навряд ли, ребят, что-нибудь успеет сделать. Будет полный расколбас, ну. Слушай, ну. Вау, да нифига себе, ребят, вы посмотрите, что он творит. Да сколько вас тут? Что за такая волна-то офигенно большая? Слушайте, она помимо того, что замедляет этих ребят, как вы видите, они еле-еле ползут, так она еще такой дамаг наносит. Я не ожидал от нее такого, ребят, честно вам скажу. Мы получаем деревянный сундук, и опять нам выпадает красотка Джейн. Так, и голда. Слушайте, ну раз эти охламоны у нас нападают на вторую нашу школу, здесь напрашивается вывод в том, что пора, наверное... Ну-ка я еще раз сюда гляну. Да, ребят, мы видим, что здесь не идет отчет по времени. Переходим в нашу Дивана Сана. А здесь идет, поэтому Погоди. Не может этого быть. Не может этого быть, чтобы вы так быстро сюда бежали. Так, подожди, красотка Джейн, не надо мне тебе сюда. Так, мордобоец, переставляем сюда. Так, они идут. Они еще как идут. Черт тебя подери. Ну, хамбургер, давай. Слушай, ребят, мы, по-моему, очень быстро они как-то между первой и второй волной начали на меня атаку. Вам так не показалось, а? Так, ну давай. У тебя удар на миллион там. Так, кого же нам острую шпильку мы сюда поставим? Короче, ребята, на первую школу, видите ли, им уже не нравится нападать. Они решили напасть на мою вторую. На мое второе додзе, так скажем. Черт подери, ну-ка, давайте посмотрим, что у нас делает шпилька. Йо-хоу, вот так вот, ребята, просто копьишком пробивает. Деревянный сундук нам достается, и кто же тут? Острая шпилька, замечательно, просто чудесно, ребят. Я ее сейчас проапгрейжу. Так, ну для начала... Так, раздевалка, ничего себе тут нужно. Ничего себе, нужно столько денег, блин. Ладно, хорошо, я вот это вот попробую... По разочку апнуть. У нас тут по максимуму все идет. Так, ты будешь у меня вставать? Так, этих архаровцев тоже мы с вами будем тормошить. Так, у меня, по-моему, еще, да, красотка Джейн осталась. Мы ее поставим. Вообще-то надо на самый верхний этаж, на крышу ее ставить.
Но ничего не поделаешь, ребята, будем так. Так, в общем, подожди. Мне не красотка Джейн, мне нужна моя шпилька. Где шпилька? Погоди-ка, я не понял. А, шпилька она вот здесь у нас, да. Повышаем до 4 уровня. Нормуль, все отлично. Стирка дзюцу. Нет, у нас потом, да, потом стирка дзюцу идет. Поэтому нужно нам попытаться открыть. А сколько тут? Я даже, ребята, не представляю, сколько здесь это будет стоить в голде. Так, прыжки шестом. Давай заберем, конечно же. Так, и ежедневный вход мы с вами получаем обычного мастера. Хочу. Опа, ну-ка, дайте покажите мне, кто это. Ах ты, смотри, красотка Джейн. 20 карточек нам на нее выпало. Слушайте, и я сейчас что сделаю? Естественно, буду ее апать. Так, апаем мы вот здесь. Сколько раз? Два получится или всего лишь один? Два раза, ребята, я повысил. Седьмой у нее уровень. Черт подери, седьмой левел она получает. Блин, я хочу раскрыть раздевалку и, соответственно, дальше. Но тут ценник, конечно, очень кусучий. Давай вот здесь улучшение сделаем. Так, когда там у нас следующая волна? О, уже сейчас, ребята, остались считанные секунды. А что же мне вот здесь вот делать, а? Кто мне скажет? Здесь у нас хоть идет приток бабла или нет? Я что-то как-то не вижу, ребята, чтобы здесь что-то работало. Нет, потихоньку копится. Но вот здесь вот почему-то остановилось. Не знаю, в чем проблема. Так, ладно, занимаюсь рейдом. Так, ну Хан, естественно, ребята, сейчас у нас здесь отгребет. Потому что враги, не забываем, с каждым разом, с каждой волной становится все крепче и крепче. Вот он, в принципе, и отдуплился. Слушайте, ну вот этот вот мордобоец, я не знаю, он... По мне, так он лично вообще салабон. Да, у него есть, конечно, приятный бонус за удар, он нам зарабатывает бабло, но больше ничего в нем хорошего нету. Здравствуйте, приплыли. И даже шпилька здесь у меня продула. Эка ее перекосила. Вся надежда только лишь на мою убивашку-забивашку. Да, она не подводит. Так, деревянный сундук мы с вами получаем. Ой, я что-то быстро, ребят, промотал. Ага, ханбургер. Так, ладно, я не буду пока лечить. Да что ж такое-то, 57 сексиллионов нужно, а у меня всего лишь 4,54. Вращение, точно, как же я забыл. Ой-ой-ой-ой, ну что, ребята, давайте посмотрим видосик. Получим бонусы. Так, и что же нам сейчас выпадет? Давай 4х, 2х, елки-палки, действует 2 часа. Удвойте свое состояние, нет, спасибо. Пока и так нормуль. Так, вы смотрите, здесь уже пошел видимый приток бабла. Но я хочу посмотреть вот здесь вот. Почему здесь-то у меня все затормозилось? Я что-то не могу как-то немножко врубиться. Почему-то ничего не двигается. Вы посмотрите, не идет накопление. Вот в раздевалке еще что-то прибавляется. Так, да, я вижу. В комнате отдыха идет прибыль. В зал медитации. На крыше, да. Но вот здесь-то почему нет? Дает ПРСТ. Аглоеды едут, ребята, аглоеды едут. А хамбургер лежит. Расслабляется, скажем так, да? Все, он погибнет сейчас. Нет, смотри, очнулся под самый конец. Ну давай, 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 бургер. Ну родной ты мой, да хорош ты пончики-то лопать, елки-палки. Ну, на мордобойца, ребята, я как-то не особо сильно рассчитываю. Он, дай бог, удар сделает. Оп. Да и то у него удар очень и очень слабый. Но двоих он все-таки положил. Так, давай шпилька. Шпилька, давай бомби. Ну давай копьем своим, что ты тупишь-то? Ага, она еще и отталкивает при этом. В принципе, неплохо. Слушайте, она даже здесь, наверное, зарулит у нас. Да. Отлично. Ох, ёпарасеты, ребят. Мы радуемся, радуемся с вами. Но следующая волна будет совсем для нас нерадостная. Знаете почему? Потому что пойдет босс. Так, неужели я могу сэра мордобойца улучшить? И я это с удовольствием сделаю, ребята. Ну, правильно, смотрите, у него урон 187-292. Вообще очень слабенький. Повышаем, сколько мы прибавим ему? Ну, 205. Хорошо, пускай будет так. Где же мне получить вот этого бойца, ребята? Ну, тут же должен быть пятый боец. А здесь еще три. Ой, хочу посмотреть, хочу получить. Так, защитник Додзе, победите 100 нападающих клыков смерти. Спасибо за гемы.
Так, а у нас следующий вход в игру даст нам... Вау, редкий мастер получим. Вот, наверное, на шестой день мы, ребята, с вами и откроем редкого мастера. Так, хорошо. Волна сейчас уже будет, да? Да. У меня здесь... А, групповая закупка максимум. Я и думаю, почему мне всего лишь на разочек хватает кликнуть? Потому что я один раз нажимаю, ребята, и у меня все деньги, как говорится, улетают в апгрейд. Так, ты будешь что, 35 секунд здесь, а тут... Погоди-ка. А... Что-то мне не нравится. Что это... Да ладно, вы издеваетесь вот сейчас вот надо мной. Вы вот так вот и будете делать, да? С одной школы в другую переходить. Так, шпилька, давай сюда вставай. Мне вот так вот по ходу дела, ребята, и придется делать. Переставлять нельзя, чтобы у нас... Так, забивашка. Забивашка, давай сюда вставай. И, по-моему, все, да? Ну и на крыше у нас Джейн. Красотка. 30 секунд, ребята, у нас остается. Что такое? Бонус к урону. Посмотри видео. Так, бонус к урону, касание при ревизии и бонус к скорости производства. 3000% одна минута. 3000%. Это офигеть. Слушайте, я думаю, что у нас будет сейчас босс. Я выбираю, ребята, наверное, бонус к урону, касание при ревизии. Хотя, блин, бонус скорости производства 3000. Ну, тут одна минута, тут 5 минут. Я вот это выберу, ребят. Теплица у меня такая, ребята. Эй! Теплица у меня, ребят, такая надежда, что я все-таки не прогадал. Ну что же, через 24, через 20 секунд, грубо говоря, будет атака на нас. В принципе, я готов. Мои ребята тоже, я смотрю, готовы. Так, горе луковое там стоит, ждет. 10, 9, ребята, секунды идут. Так, 1 и 21 сексиллион. А мне нужно 54. Это чтобы открыть только следующую, ребята, комнату. Воу! Босс идет, ребята, не забываем, сам босс здесь будет. Воу! Ничего, смотри, смотри, какой урон. Да я могу даже сам забомбить здесь. Нифига себе. Так, 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 так. Босса пока не вижу, ребят, но он будет сейчас, должен быть. Или же не будет, или это не та волна. Так, серебряный сундук. Я не понял, волна у нас почему-то уже... понял. Здесь идет такие волны, а там идут совсем другие. Короче, в каждом додзе идет своя волна. Так, забивашка. Красотка Джейн. Уже две карточки дождали и один гем. Хорошо. То есть там получается свои атаки, здесь свои атаки. Все, я теперь, ребята, понял. Ну-ка посмотрим, тут у нас все чисто. Да, тут у нас все чисто. Никаких, как видим, атак нету. Но не стоит расслабляться. И надо будет, ребята, всегда быть начеку, чтобы переставить в нужный момент своих бойцов именно в тот додзе, где они будут атаковать. Так, ну что же, я думаю, можем здесь немножечко прапать на один разок. Оп! Скорость 2х. Плюс 2 к урону касаний. Отлично. Так, ну у меня еще, по-моему, действует, да, ребят? Я на 5 минут взял. В принципе, мы должны с вами успеть до прихода следующего рейда. Ну что ты, Бургерхан, лежишь? Давай вставай, очухивайся уже. Хватит расслабляться. Нам пора действовать. Так, а сколько, интересно, я могу получить, если продам? Запас ЦИ 204. Ты получишь, так, додзы будут полностью... Ну это я понял. Значит, получится, я смогу 300 получить, да? Купить святыню. Но святыня дает постоянный бонус вашим додзе. Нет, я пока не буду, ребята, получить дополнительную цю. Не надо мне пока ничего дополнительного. Так, я не помню, у меня что, горе луковое может? Нет, не может. Я уж подумал, может апнуться. Нет, ничего подобного, ребят, показалось. Да нет, не надо. Пускай эта акция будет ограничена. Зачем мне нужно, если она у меня есть? Ребят, 25 секунд ждем. Будем наготове. Так, вот честно говоря, как бы вам сказать, шпилька, да, она хороша, что она вот отталкивает копьем. Но единственный минус, что у нее очень долгая атака. Но если выбирать, то мордобойца. Мордобойц, по-моему, здесь самый-самый-самый медленный. Я считаю, что он самый никчемный из бойцов. Поэтому
Если разработчики меня смотрят, то я бы посоветовал им просто-напросто как-то улучшить мордобойца, хоть какой-то ему то ли дополнительный удар сделать, то еще, чтобы у него, ребят, был какой-то толк, чтобы приятно было с ним работать. А то он там стоит, один удар и падает. Ну, вата. Одним словом, вата. И что он за один удар там? 1 000 000 мне выбил и все? Не катит, не катит такая фигня. Так, ребят, смотрите, как мы здесь рулим с вами. Отлично. Так, забираем деревянный сундучок. И кто нам... Опа, там, ребят, по-моему, кто-то новенький. Есть, Клинт Иствуд. А, нет, не Иствуд, а Вествуд. Клинт Вествуд. Новый мастер. Хо-хоу. И какой-то, ребятушки, нам достался ковбой. И я хочу, конечно же, посмотреть. Так, но он не здесь. Он, вот он. Так, кто ж ты такой? Вау, ничего себе. Пригоршня золота повышает скорость поступления бабла в своей комнате на 200%. Вот так вот, ребята. Теперь на 210. Конечно, это хорошо, но хотелось бы посмотреть, насколько ты, братюня, силен. Насколько ты силен. Поэтому назначаем тебя в эту комнату. И смотрим, здесь ли у нас будет волна следующая. Да, будет именно здесь, через 2 минутки мы ждем с вами новых охламонов. Но теперь у меня, ребята, уже, по-моему, бонус упадет. В плане того, что урон от касания. И эти ребята тут нас, наверное, хорошо прожужжат. Так, 18 сексиллионов. Слушайте, а мне сколько нужно там, я уже не помню, для следующей комнатки? А, 54, то есть, ёкаламаны. Это еще очень-очень долго нам придется с вами ждать. И здесь этих дотс будет, ё-моё, стирка, потом шаулинская пекарня. Ага, нет, ребят, что-то тут не то. У нас шаулинская пекарня. И здесь еще должна была быть. Но, видимо, они что-то здесь немножко передумали, переделали. Потому что не может быть всего лишь 3 школы. Их должно было быть там, по-моему, 5. Помните, мы в прошлой серии с вами смотрели, да, вот стирка, шаулинская пекарня и эксклюзивная версия. Эксклюзивная версия, видимо, дает еще дополнительную нам школу. Хорошо, но пока у нас и этого хватает, ребят, есть чем заняться, есть кого прокачивать, есть что прокачивать и чего нам ожидать. Естественно, мы будем с вами со временем все это, ребята, сбагривать. Конечно же, нам нужны будут новые улучшенные перки. Естественно, новые прокачанные бойцы. Ну, хорош, хорош вот этот чувак. Знаете, он как монах, но почему-то в ковбойской шляпе. Ну, Иствуд, одним словом. Так, ну, где? Где? У нас же тут можно как-то ускорить, да? По-моему, или нельзя это время? По-моему, нельзя, ребята. А было бы неплохо, да? А, я могу за гемы. Да, нажать на кристаллы, и тогда следующая волна пойдет. Я, наверное, сделаю, ребята. Может быть, я еще успею все-таки. Нет, я не успел под суперкликанье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень-очень-очень плохо. Ох, как она. Ой, просто сносит. Их тут две! Их две, босяры! Ёпарас, это, ребята, их тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да давай, давай, давай. Ой, горе луковое упало у меня, ребята, упало. Так, шпилька, шпилечка. Ну, ну оттолкни разок-то. Что ты там делаешь-то? Есть, молодец, умница. Так, что-то такое. Да, мордобоец-то, конечно, да. Ну ты удар-то хоть сделаешь. Нанес один удар все-таки, молодец, блин. Фу, не знаю, ребят, как у нас тут забивашка справится. Не справится. Ее колбасят, ребята. Ой. Нет. Не справилась она, ребят. Черт подери. Ну, Иствуд, что ты делаешь? Хо-хоу, неплохо, но слабо. Так, у меня остались лишь бойцы. Так, это комната вообще бесполезна, здесь никого нет. У меня только один боец, это Джейн, красотка. И если мы здесь, ребят, с вами продуем, то, естественно, мы проигрываем. А мы проигрываем, по ходу дела, потому что ее здесь колбасят. Ну... Да, ребята, вот что значит недооценить врага. Вы видели, сколько у него бабла? Ну да, нас обокрали, я вижу. На 1,12 сексиллиона. Вот так вот. А я думал, что мы справимся. Нет, мы не справились. Мы слишком-слишком слабы, чтобы противостоять. О-хо-хо-хо-хо. Да, особенно вот здесь вот. Ну... Если честно говоря, ребят, то от Джейн, по большому счету, несмотря на то, что она у меня прокачана по полной программе,
очень мало толку. Я бы даже сказал, вообще никакого, потому что она в драке... Так, они нападают на другую школу, да? Точно, ребята. Поэтому мне нужно сюда переставлять своих бойцов. Бургер, давай сюда. Так, бургер у нас здесь. В этой комнате у нас будет горе луковое. Хорошо, поставим... сюда мы поставим шпильку. Шпилька будет здесь у меня стоять. Так, здесь мы поставим сэр мордобойца. Хотя сэра мордобойца лучше вообще ставить, наверное, на самый первый этаж. Оу, тихо, у нас же тут... Нет, 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 нет. Давайте мы сюда поставим тогда забивашку. Вот так, у нас, я забыл, ребята, у нас же здесь очень мало комнат. Здесь мы поставим с вами из туда. Вот так вот, да? Он пока у нас там глючит. А вот сюда мы поставим с вами Джейн, красотку. Да, будем ставить ее на самый максимальный этаж. Ну что, у нас тут сколько? 53 секунды, а волна будет, ну, через минутку с небольшим. Да. Так, забрать. Жестокий урок. Проиграйте рейд компьютерному сопернику. Ага, спасибо большое. Я так... О, день пятый. Получить. И что тут нам? 30 ци. Коснитесь для... Ну, 30 ци, это, конечно же, ребята, мало. Слушайте, а как это мне так получилось? День пятый. Если я вот только день четвертый был, уже день пятый. Может быть, сразу день шестой. Через... Ах, вот оно что, ребят. Через 14 минут 40 секунд я получу вот этого вот персонажа. Задание какое-то я выполнил где-то. Но почему-то я не вижу, ребят. Смотрите, видите, восклицательный знак стоит. Но чтобы я что-то получил, я не вижу, ребята, если честно. Нету. Вот выполнено и все, больше ничего нету. Так, ага, вот. Венки, венки победителя. Соберите 30 венков лотоса в ПВП. Я 30 венков собрал, да? Даже сам этого не заметил. Так, ну что там? Через 11 секунд, ребята, ждем, ждем к нам гостей. Ци энергии, сколько у меня стало? Так, по-моему, и осталось 204, да? Если я ничего не путаю. Так, заняться рейдом. Так, босс. Да, ребята, здесь у нас будет как раз босс. Ну, посмотрим сейчас, как мы ее сможем здесь нахлобучить. Что-то не выходит у нас. Что-то очень совсем не выходит, ребята. Ой, даже забивашку здесь завалили. Ребята, а я как бы на нее рассчитывал, потому что я думал, что она у меня здесь самая-самая сильная. Но, видимо, я ошибался. Давай, горе луковая. Я кликаю... Я кликаю, что есть силой. Иствуд, ну! Ну! На тебя вся надежда! Да что за удары детские? Да ядрёно ты, боже! Он упал, ребят. Он упал, и тут у нас только Джейн. Да что ж такое, я проигрываю, ребят. Ну! Давай, Басяру, Басяру, Басяру! Да... О, есть! Ну! Фу! Нам повезло. Нам просто здесь крупно повезло, ребят. Ну, я вам скажу, здесь намного все сложнее стало. Так, забивашка, почему не дали мне на понятие? О! Хамбургер! Хамбургер у нас поднимается по уровню. Правда, толку-то от этого. Он все равно у нас какой-то ватный. Как ни крути. Ну, ой, ё-моё, я думаю, что такое? Ну, у него атака, вы посмотрите. От 148 до 196. Ну, даже если мы его повысим, сколько он получает? 160. И вот это, что он там ХП себе отхиливает, это микро-микродозы. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Вы теперь на другую карту пошли? Блин! Я так... Припарюсь, ребята, переставлять своих бойцов. Да, да, если честно. Почему нельзя выставить, например, в разных школах, но одинаковых героев? И все. Нет, обязательно нужно вот так вот их переставлять. Довольно такой трудоемкий процесс и очень меня отвлекает. Так, давай шпильку сюда поставим. Сэр Мордобойц у нас будет вот здесь стоять. Пускай здесь стоит. И на самом верху, естественно, у нас будет стоять красотка Джейн. Так, все, вроде бы всех поставил, да? По-моему, да. Ист тут стоит? Да, стоит. Так, ты через минуту у меня только оклемаешься, а следующая волна у нас будет через 2 минуты. Мне бы каком-то, знаете, ребята, рулетку запустить, что ли. Так, лучше 8 комнат до серебряного уровня. А как это? А как это узнать? Интересно, как это узнать, до какого уровня они у меня
Прапаны, серебряные или нет. Я знаю, что здесь могу уже открыть, ребята, раздевалку. Так, а здесь СПТ, я даже не знаю. ОКТ. Не знаю, что это, ребят, за сногсшибательные такие суммы. Но факт есть факт. Так. Где моя? Где моя школа, мини-маркет? Смотрите, почему-то вот здесь вот встало. Встало все медным колом. Почему не идет процесс? Для меня это загадка, ребята, как, наверное, и для вас. Так, давай сюда пиццу, я очень голоден. Смотрите, и, кстати, где стоит у нас горе луковое, тоже все замерло. То ли нужно проапать, то ли еще какой-то тут тайный секрет. Видимо, до какого-то предела мы дошли. И все. И как бы все встало. Серебряный кубок Додзе. За что получил? Что? Я даже не успел, ребят, прочитать. Ё-моё. Серебряный кубок Додзе и все, что я успел увидеть. Так. Освоен серебряный уровень. Улучши 8 комнат до серебряного уровня. Вот оно как. Любитель скидок. Улучшите все комнаты в мини-маркете до уровня серебряный. Это что, у меня все комнаты до уровня серебряного? Как это определить-то? Я не понял, ребят. Я вот смотрю и не вижу. Вижу улучшение. X9, X40. Ах, ребята, тут еще улучшения копятся. Вы представляете? Вот они, например, копятся, смотрите. X43, да, улучшение. Хоп, нажимаем. Офигеть. Вот оно как копится. У нас накопительное идет здесь. То есть вот эти вот деньги, что я зарабатываю, они умножаются на X3. Так, тихо. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Отвлекся. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Выбивашка. Не нравится. Не нравится, как мы начали. Два босса. Да что ж ты будешь делать? Так, горе луковое, давай. Да что там за волны-то бесконечно идут? Да ё-моё, а? Что-то на Иствуда слишком маленькая у меня надежда. Так, ладно, одну босяру мы запинали, и то я, по-моему, запинал ее сам лично. Копьем, бей! Как же вы меня вымораживаешь? Так, здесь у нас пусто. Там у нас мордобоец стоит, которого... Толком-то ничего не сделать не сможет. Я, наверное, быстрее сам добью. Давай-давай-давай-давай. Эй. Ну, мордобойс, давай, бей хотя бы одного-то. Прибей. Ладно, одного прибил. А еще одного. Фиг ты там что сделаешь. Я бы сейчас, они Джейн мне просто здесь распишут. А, нет, у нас еще есть комната, поэтому я должен здесь успеть. Есть. Отлично. Ну что же, я тут сам, ребята, грубо говоря, справился. Ох ты, золотой сундук. Золотой, ну-ка. Горе луковое. Хоу, ап, получила. Красотка Джейн, ап, получила. 153 септиллиона и 3 гема. Джейн и горе луковое у меня апаются. Так, я это сделаю, ребят, с удовольствием. Па-бам. Слушайте, ну горе луковое нормуль. У нее урон, нифига себе. 834-983. Офигеть. А у Джейн, ну, Джейн слабенький, очень слабенький. Но зато она получает 8 уровень. И 338% у нее идет прибыль в комнате. Это тоже очень даже хорошо. Так, я надеюсь, в этой комнате у нас будет. Или у нас нет в этой, ребята. Эй, пиццу! Не успел. Не успел, ребята, забрать у него пиццу. Так, ну что, давайте, наверное, еще маленечко, еще подождем с вами один, наверное, рейд. У нас будет новый. И я вот думаю только одно. У нас тут будут новые... враги, или вот только такие, которые идут. Кстати, у нас забивашка-то через минуту оклемается. А рейд через 43 секунды. Как-то не айс. Не айс. Так, мне нужно, ребята, комнату здесь открыть, да. Только на одну и хватило комнатку. Все деньги туда слил. Так, Джейн, давай вот мы тебе верхнюю комнатку проапаем. Тут, смотрите, улучшение 59. Оп. Скорость X2. Нормуль. Улучшение 61. Хоп. Вот, ребята, столько вот улучшений. Так, а вот здесь не хватает бабла, да? Оно вот копится, копится, копится. А потом, ребята, мы нажимаем и все. И у нас улучшение просто охрененное идет.
Эх, понеслась. Но здесь, ребята, не должно быть босса, потому что это первая волна, но, наверное, она будет усиленная, видим. Так. Роднуля, а ты что, так и будешь у меня тут лежать? Вот, оклемалась, ребята, она успела оклематься. Ну что же, я думаю, врагам теперь не поздоровится. Нет, все-таки одолели, одолели они, а. Вот гаденыша. Так, горе-луковая, давай стреляй. Долго, конечно, она, ребята, метится. Она вообще хоть стреляла или нет? Так, мы получили с вами деревянный сундук. И в нем только деньги? Вы серьезно? М-да. А что это мы такие все? Радостные. Ну да, 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 мы отбились, отбились. Молодцы, что порадовались. Все у нас хорошо получилось. Кстати, у нас, да, у нас вот этот вот серебряный кубок. Я вот единственное не понял, как они определились, что мы с вами улучшились до серебра. Где это можно понять? Я лично не знаю. Йоу! Поэтому, наверное, ребята, вот когда мы с вами улучшаемся до предела, у нас и перестают идти деньги. Или же наоборот, хрена знает, как тут вот это вот рассчитать. Не знаю, не пойму, ребят, пока. 393, вот здесь у меня вот копится, 94. Так, еще волна будет, да, через минутку, ребята, еще следующая волна у нас. Сколько, интересно, здесь максимальное количество волн, я не знаю, если честно. Но я думаю, очень и очень много. Прибавка здесь идет, ребята, знаете как? Я понял. У нас вот эта шкала не заполняется, у нас вот здесь идет улучшение. Оно, да, вот оно копится, x2, потом мы просто кликаем, и у нас умножается. Нет уже вот этой вот бегущей полоски заполнения, как вот здесь. Видите, да? По большому счету, вот она бежит, а вы посмотрите, деньги-то не прибавляются. Ни на йоту. Так же и здесь. Понимаете? Только вот таким макаром все это можно улучшить. Не знаю, когда они... Для чего они вот это сделали. Но мне кажется, лучше было, когда вот у нас полоска шла и шло заполнение. Ну ладно, ребят, все равно они эти все ошибки доделают, переделают. Одна секунда, блин! Ой-ой-ой-ой, забивашка у меня, ребят, не оклемается. Хотя, почему не оклемается? Оклемается. Ну, давай, забивашка, бомби! Хопа! Так, отлично, хопа. Давай-давай, наклоняй его, отлично. Ой-ой-ой-ой, сколько вас там, а. Просто, ребята, массой берут. Особенно вот эти вот говнюки, потому что они с киями. И у них, как получается, дальняя атака. Ближникам, конечно, сложновато вот с этими справляться. А дальникам, наоборот, самый смак. Деревянный сундук. И нам достается острая шпилька. Вот так вот, ребят. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте будем завершать этот видосик. Я надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. И, наверное, продолжим играть, если вы этого захотите. Так что всем пока, всем удачи и до скорого.